Ну. Давай, давай, дай, 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 дай. А, сел. Всем доброго времени суток, особенно подписчикам. Сегодня на обзоре у нас силикон с сайта AliExpress от компании Naebi. Это копия на Swinged Impact Fat от KTech. Выпускается он в различных размерах от 40 до 120 мм. Все ссылки в описании оставлю. Я его заказал в размерах 70, 95 и 120 мм и в трех различных цветах. Как обычно, покажу поближе качество изготовления, проверим вес, размер, игру под водой. И я уже попробовал его на рыбалке, видео также вставлю. Итак, давайте начнем. Итак, начнем с 70-мм размера, в таком двухцветном кислотном цвете. Вот смотрите, так он по мягкости. Силикон без аттрактанта, весь имеет такой химический запах, не сильный. Ну, в принципе, там после пары проводок он проходит. Ну, или при желании можете сами его помыть, просушить. Вот такие прорези под офсетный крючок. Ну, в принципе, полностью повторяет оригинальный Swinged Impact Fat. И вот такой по мягкости, смотрите. Довольно мягкий силикон. Думаю, камера передаст. В ультрафиолетовом свете, в этой расцветке, светится верхняя часть приманки и вкрапление в нижней части. Вот так выглядит этот силикон в размере 95 мм. Такая интересная расцветка. Коричневый верх с золотистыми блестками в верхней части и с черными такими вкраплениями в нижней части. Форма точно такая же, как у Swinged Impact Fat. По мягкости, в принципе, тот же самый силикон. Вот смотрите. Надеюсь, также будет понятно. И вот так выглядит силикон в размере 120 мм. Такая довольно объемная мясистая приманка. Заказывал я ее специально в таком ярком цвете, в основном под щуку, для ловли на неогруженную или слабо огруженную резину. Двухцветная расцветка, желтый и такой кислотно-оранжевый. Желтый также с блестками в нижней части. Форма та же самая, по мягкости, в принципе, все то же самое. Ну, думаю, состав силикона тот же. Вот, смотрите. Вот так ведет себя эта расцветка в ультрафиолетовом свете. Теперь давайте проверим заявленный вес и размер. У младшего у нас заявлено 70 мм и 3 грамма. Ну, думаю, видно, что порядка 70 его размер. И вес 2,7 грамма. Чуть легче, чем заявлено. Здесь у нас заявлено 95 мм и 8 грамм. Размер также совпадает. И вес 7,5 грамма. На полграмма легче. И самый крупный у нас 120 мм, но в реальности ближе к 110, если мерить до пятки. И вес заявлен 13 грамм. Давайте это проверим. 12,6 грамм. А теперь давайте посмотрим, как он ведет себя под водой. Thank you.
Поклевочка сошел. Он да, прям хороший был. Думаю, видно будет. Ну. Давай, 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 давай. А, сел. Это у нас игрохвостик одна ебе. Заглотилась. Ой, не хочу. Вот такой полосатый. Итак, подведем небольшой итог. Мягкость силикона и игру под водой я вам показал. Можете оценить, как он ведет себя со всем небольшим грузом в 2 грамма. С более тяжелой чебурашкой игра будет активнее. 70-миллиметровый размер у меня уже сработал. Щука у нас пока бастует. Поэтому разловить остальные размеры, думаю, вопрос времени. Ну и цена, как обычно, в 2-3 раза ниже, чем на оригинальный Swing Impact Fat. Актуальные цены проверяйте по ссылкам в описании. Если вы считаете этот обзор полезным, то ставьте лайки. Все вопросы, как обычно, задавайте в комментариях. Подписывайтесь на канал. И всем ни хвоста, ни чешуи.